Агент 007. Джеймс. Ренард скрывается на советской атомной подводной лодке. Похоже, что он готов пойти на то, чтобы вывести реактор из стабильного состояния и вызвать ядерный взрыв. Ренард погибнет, но он сделает это в честь женщины, которую любит. Электра. Джеймс. Миллионы погибнут, если свершится это злодеяние. Ты должен остановить Ренарда и спасти доктора Джонса. Удачи, Джеймс. Агент 007, вы отправляетесь на достаточно сложное задание и связанное с радиацией, поэтому я экипирую вас радиационным измерителем. Он позволит вам измерять уровень радиации на подводной лодке. Таким образом, вы сохраните себе здоровье. В общем, все, что вам нужно, у вас есть. Удачи! Будь осторожнее, Джеймс. Ренард – опасный человек. Джеймс, реактор вышел из стабильного состояния. Может произойти взрыв. Сделай. Ха-ха-ха-ха!
Включи свой детектор радиации, потому что повышенный уровень радиации отнимет у тебя здоровье. Давайся, Бон! Джеймс, тебе необходимо уничтожить центральный... Иди в торпедный отсек, давай! Надо спасаться, потому что здесь все взорвется.
К вашим услугам. Всегда хотел встретить Рождество в Турции. Сожалеешь, что встречаешь здесь Рождество? Я? Нет, никогда. Можно я разверну, посмотрю твой подарок? Я думаю, да.